12 ключей от новых автобусов получили водители акционерного общества ArcelorMittal Темиртау. Сейчас в угольном департаменте функционируют 38 единиц общественного транспорта. До конца года планируют закупить еще 8. Ключи от новых автобусов в торжественной обстановке водителям вручил генеральный директор акционерного общества ArcelorMittal Темиртау Владимир Яблонский. Он лично осмотрел и проверил технику. Очень комфортабельные, очень эргономичные автобусы, оборудованные климатическими установками, которые позволяют и согреваться зимой, и охлаждаться летом. То есть все условия для того, чтобы комфортабельно доезжать до работы и с работы, при этом не уставать и быть в безопасности. Автобусы собраны с особой заботой о пассажирах, соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Водителей для нового транспорта выбрали из числа сотрудников ArcelorMittal Темиртау. Главные условия – большой стаж вождения без серьезных нарушений и замечаний. Петр Васильев – один из тех, кто решил стать водителем. Его стаж составляет более 30 лет, а этот автобус и станет четвертым в его жизни. Конечно, новая техника сегодня совершенно другое дело. Он мягче, комфортабельнее, теплее. Естественно, это совсем разница другая совершенно. Комфорт, естественно, на высшем уровне, скажем так. Обновление парка угольного департамента касается не только автобусов, но и другого оборудования. За последние 3 года по программе модернизации заменены 73 единицы техники. И главное, отмечают в компании, здесь не намерены останавливаться на достигнутом. Нуржан Таннербергенов, Гульшахира Серикбаева, Хабар 24, Карагандинская область.